Анонс и дата выхода с 10 по 13 серию 4 сезона сериала «Ивановы Ивановы». С 10 по 13 серию сериала продолжат выходить на телеканале СТС с 25 ноября. 10 серия. Полина не поддерживает Антона в споре с его деловым партнером, что провоцирует скандал между супругами. Дед с Лешей придумывают, как заработать на старинном рецепте. Эля уверена, что у Данилы появилась другая девушка, а отношения Ивана и аспирантки напротив развиваются настолько бурно, что это становится сюрпризом даже для него самого. Благодаря партнеру Антона по бизнесу открытие их интернет-платформы переносится на неопределенный срок, и Антон вынужден задабривать инвестора. Данила с Элли выбирают свой первый семейный автомобиль, а возлюбленную Ивана увольняют из университета. Во время всего этого по дому Ивановых разгуливает енот, которого завел Леша, но тот сбежал. 12 серия. Друзья Лёши зовут его на сплав по реке на плоту. Тому остается всего лишь малость – отпроситься у Лиды. Антон отказывает Полине в помощи с продвижением бутика в интернете, и Полина назло мужу обращается к другому специалисту. Данила втайне от Эли покупает себе электрокар, а Иван устраивается на работу к брату в автосалон, где встречает новую любовь Кристину. 13 серия. У Данилы на работе ответственное мероприятие, но это не все его беды. Эля заводит маленькую собачку, уход за которой, естественно, поручает Даниле. Леша продолжает погоню за легкой наживой и решает открыть контактный зоопарк, а бутик Полины и Лиды впервые посещает звезда. Напомним, с 10 по 13 серию сериала будут выходить с 25 ноября на телеканале СТС. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.